Сам предмет взятки – это первое, не обнаружен. Второй довод, решающий по этому делу, так называемый взяткодатель, Джанабаев по этому делу, что мы тоже обосновали в своем выступлении, он не имел такой возможности передать взятку в сумме 80 тысяч долларов. Если велась круглосуточная аудиозапись, начиная с декабря 2000, с начала, кстати, декабря 2011 года, то, естественно, такой факт должен был быть зафиксирован. Однако такой факт совершенно не зафиксирован, что имело место передача денежных средств от Джанабаева Баи Магомбетову. Требование стороны защиты – оправдать его в полном объеме, потому что он никаких преступлений не совершал, и, на наш взгляд, обвинительный приговор вынесен в отношении его незаконно. Он незаконно находится, соответственно, основание обвинительного приговора под стражей. Ему должно быть возвращено, чего суд его лишил, должно быть возвращено звание генерала-майора, должен быть возвращен орден, поскольку он осужден незаконно.